Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру The Messenger. Ну что же, у нас бамбуковый ручей. Поехали. Так, нам нужно с вами вниз. Ну давайте. Оу, тихо. Какие-то букашки тут. Никчемные. Так, пыхтун, да, значит? Ага, значит, делаем с вами так. Погнали. Хоба, минус. Что такое? Ну, посмотрим, ребята. Да, я могу уничтожать снаряды этого пыхтуна. А вот эти вот я могу, интересно? Ай, тихо. Ого, а как мне здесь делать? Давайте вот так попробуем. Есть, уничтожили. Перепрыгиваем. Замечательно. Так. О-о-о-о, подожди, подожди. Подожди, да что ж ты делаешь-то? Давай, давай, быстренько. Минус. Замечательно. Так, букашка, пошла бы ты отсюда куда подальше, а? На. Так, нам внизу с вами нечего делать абсолютно, поэтому надо двигаться наверх. Погнали. Пыхтуны. Сейчас мы с ними, ребята, за 5 сек справимся. Смотрите. Ой, не получилось за 5 сек. Я попал в снаряд. Ага. Тут вот так даже, да, значит? Замечательно. Давайте, ребята, сейчас подождем. Ворота закроются, и мы с вами быстренько это дело повторим. Есть контакт. Жук. Ну-ка, уничтожаем. Давай вот этого тоже. Черепашка, блин, ниндзя. Засушенная. Воу-воу-воу. Ничего себе, это кто такой, ребят? Это кто такой? Что за... А, это вата, ребят. Это вата. Но они постоянно летают. Хорошо. Наказали. Надо перепрыгивать, ребят. Вот так. Ой, подловил, гадина. Так, это что такое? Что это было? Не понял. Так, а в чем смысл? Что-то я не врубился, ребят. Подождите секунду. Что от меня требуется? Да эти демоны тут еще мешаются, если честно. Блин, погоди секунду. Я не могу понять. Вот эту штуку я гоню наверх. И что дальше? Хе. Если мне хоть кто-нибудь объяснит, что здесь происходит. Я не могу понять, ребят. Я лазить по этой стенке могу? Могу. Ну. А в чем тогда прикол? Странно. Ладно, сейчас, ребята, подождем. Вот эту букашку подобьем с вами. Минус. Оу, очень мало здоровья, ребята. То же самое здесь. Так, я боюсь себя, знаете что, напороться на вот эти вот огонечки. Очень сильно боюсь. Так, надо эту черепаху уничтожать в любом случае, ребят. Есть. Ах, кажется, я кое-что понял, ребят. Не могу, не могу, ребят, попасть на эту платформу. Сейчас, секунду. Сейчас все будет. Да чтоб тебя. Так и хочется сделать двойной, ребят, прыжок. Но его тут, к сожалению, нету. Да чтоб тебя. Я боюсь просто напороться, ребят, на вот эти вот огонечки. Есть, у меня получилось. Я смогу перепрыгнуть, интересно, или нет? Получилось. Хорошо-то как. Блин, мне бы сохранение какое-нибудь найти. Опять, опять это хрен летит. Дайте мне, пожалуйста. Есть. Восстановили здоровье. Уже хорошо, ребят, уже хорошо. Так, демон, пошел отсюда прочь. Ты мне не нравишься, ты не раздражаешь. Ух. Вау, смотри, ребят, смотри, мурай. Тихо, тихо, тихо. Ого, ничего себе. Вот это да, вот. Но ведь это же не босс. Да нет, это, по-моему, самый обычный враг. Опа. Ну, он довольно хитрый. Исчез куда-то. Куда-то исчез, гад, а? Так, что у нас тут за следующие ловушки, приколы будут? Опачки. А мне нужно туда, нет? Я даже ума не приложу, ребята. Нужно мне туда или нет? Черт подери. Вот сижу и думаю, надо мне вот это вот все или нет.
Слушайте, мне, скорее всего, надо было, ребята, там побыть. Пойдемте, проверим. Может быть, там потайная комната. Я проверю все-таки. Так, что это там у нас такое? Ого! А, вата ватой. С удара разложил. Готово. Так, а в чем подвох-то был? Странно очень. Кристалл? Ох ты, ничего себе, смотрите. Вот это круто. Я набил, ребята, столько энергии. Вот тебе и прикол. Ага. Здесь у нас, значит, закрыты ворота. Жаль, придется возвращаться, ребят. Ну, иди сюда. Минус. Минус. Ну, зато я, по крайней мере, со спокойной душой могу идти уже в том направлении. Я вот только боюсь, что надо было где-то мне открыть эти ворота, ребята. И я этого не сделал. Может быть, где-то... А может быть, я сейчас вот сюда пойду? Оу! Черт, думал, упал. Так. Надо действовать очень и очень аккуратно. Давай все это уничтожим. Вот и портальчик. Портальчик-сохраняльчик. Давайте зайдем. Ну-ка. У нас хватит на какой-нибудь апчик. Тебе что-нибудь нужно? Да, мне нужно улучшение. Есть. Так, подготовительный разум. Заряды ЦИ плюс один. Сюрикен пронзает одну цель. Здоровое питание и сон дают энергию, которая пригодится тебе в бою. Да? А это что тогда? Время от времени из врагов будут выпадать сферы, восстанавливающие 1 ОЗ. Давай вот так вот сделаем. Хорошо. Продолжаем путь. Так, опять все тут рисанулись. Так. Пыхтун, успокойся, пожалуйста. Мне туда нет смысла, дойти. Да, нету, ребята. О-во-во-во-во-во, тихо. Так, смотрим, ребята. Значит, если я там присяду, да, у меня все получится. Поэтому давайте так и сделаем. Присели. Перепрыгнули. Так, вот здесь вот... Оу! Черт, чуть было не попал. Тихонько, тихонько. Я уже просто боюсь всего, ребят, боюсь напороться на какие-нибудь шипы. Опачки. А как здесь быть? Нифига они тут усложнили. Ладно, для начала нам нужно вот этого подбить. А как мне это сделать? Есть. Минус. Так, ну что, ребята, как-то главное не попасть на шипы, чтобы вот этот говнюк меня не сбил. Очень тяжело это будет сделать. Есть, ну, у меня получилось. У меня получилось. Иди отсюда. Ой, фу, так вот опасно, ребята, спрыгивать. Что это? Опять этот недорастение появилось. На, ой, да что такое-то? О, еще выше. Готово. Минус. Чую нутром, ребята, скоро будет босс. Так, пойдем сюда вниз. Пыхтунчик у нас. Оу. Дайте мне обязательно сферы. Подобрать надо. Пыхтун, хорош тут. Притомил. Так, ну а ты-то что тут? Все, не успокоишься? Так, этот сверху там бомбит. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, 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 ребят, что происходит. Минус. Двигаемся дальше. Отлично. Погоди, а мы дальше-то подниматься будем или нет? Будем. Жесть какая-то. Да ладно. Ты-то откуда здесь появился? Стоит он мне тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, ребята, это самая верхняя платформа. Шикарно. Так, пыхтуны. Готов. Так, аккуратненько, ребята, аккуратненько. Поднимаемся. Сферы подняли. Погоди-ка секунду, не понял. А, все, нормуль. Сейчас мы с вами приподнимем эти ворота. И проходим. Да ёпрасы ты. Ну давай ты, ну. Шикарно. Здорово, ребятюнь. Соскучились, поди по мне, да? Я по вам тоже соскучился.
Так, все, поехали вниз. Да что ж такое-то? Оу, врагов-то... Тихо. Так, тут проходим, проходим. Да, ребята, тихо, тихо, тихо. Букашка, не надо. Куда? Эй, вернись, я все прощу. Да чтоб тебя. Ты будешь возвращаться или нет? Куда-то, ребята, он исчез. Странно. Портал. А, нет, сохранение, это сохранение у нас. Ну что же, давайте, 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 давайте. Так, поехали. Тут шипы, надо быть аккуратно. Нормуль. Подожди, подожди, подожди. Фух. Ага, вот здесь у нас еще и демоны, ребят. Оу. Блин, там опасно, очень опасно, ребят. Черт, неужели мне придется вот так вот делать, а? Да мне, ребята, придется в любом случае. Да ты достал. Оу, щет. Фак, а? Ты смотри, что произошло. Ладно, а как же я там так по-дурацки, ребят, получилось у меня, а? Ладно, сейчас мы по-быренькому с вами это дело пройдем. По крайней мере, уже знаем, как это нужно делать. Всех наказывать будем. Давай сюда. Так. Пошел ты. Продвигаемся. Так, здесь надо быть предельно, ребята, аккуратным. Поехали, 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 поехали. Быстрее, 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 быстрее. Все, пока хорошо. Так, отлично. Подберем хилочку. И наверх. Мне уже, ребята, даже, честно говоря, неохота тут собирать сферы. Желательно бы пробежать все это как-то побыстрее. И без потерь. Опа. Нормуль. Так, опять у нас тут. Ну, действительно, ребят, бамбуковая роща. Так, прыгаем вниз. Главное, чтобы не было какого-нибудь, ребят, подвоха. Чтобы мы вниз с вами прыг... Ага, а вот здесь как раз и подвох. Нафиг, нафиг, мы с вами вот здесь вот пройдем лучше. Так. Что же ты будешь делать? Эти вот демоны достали уже, на самом деле. Давай-ка мы спустимся на земельку. По земле как-то мне спокойней. Ого, вот тебе земелька. Дай-ка я вот этих вот наказывать буду. Да чтоб тебя. Тихо, чуть опять было не попал, ребят. Ладно, поехали. Будем с вами двигаться. Есть, подбили, подбили. Иди отсюда, демон. Да что ж такое-то. Воу-воу-воу-воу-воу, нам придется выше еще подниматься. Да-да-да, это не предел, ребят. Так, дайте-ка я вот здесь вот. Ух. Вот это заваруха, ребят. Тихо ты, у меня здоровья очень мало. Да что ж такое, нам еще двигаться и двигаться, ребят. Демонов очень много. Да и вот здесь подобью последние сферы. Отлично. Проходим. Фу! Сложнота, годнота, елки-палки. Здоровье восстановил себе. Отлично, ребят. Ну что ж, давайте посмотрим. Смогу ли я здесь себе что-нибудь прапать? Улучшить? Нет, ребят, не хватает абсолютно ничего мне, никакой энергии. Поэтому давайте выходить отсюда. И продолжать наш... путь, так сказать, даже сложный путь. Слушайте, а нам сюда нужно или все-таки... Да, нам нужно сюда, мы же оттуда пришли. Поэтому вот в этом направлении нам... Так, подозрительно. Вода. Фух, спокойно, ребята, спокойно. Не будем мы здесь прыгать, пойдемте вот так вот аккуратненько по стеночке будем спускаться. Так, подожди-ка, а здесь... Не нравится мне вот это все, ребят. Что-то тут какой-то подвох. Согласитесь. Как-то все тут неспроста. Да чтоб тебе, давай. Так, подбили. Нет, смотрите-ка, все аккуратненько здесь сделано. А вот это наверняка здесь босс будет, да? Да ладно. Воющий грот? Я думал, честно говоря, что... А как же так без босса-то, а? Даже очень странно. Воющий грот. О, старые знакомые летающие мыши. Ладно, хорошо. Поехали.
Воющий грот, это мы где-то с вами в подземелье, да, получается? Так, секунду. Воздух какой-то, да, у нас, значит, здесь. А, все хорошо. Все хорошо, ребят. Я могу подниматься, да, наверх или нет? Слушайте, я думал, что это, знаете, как поток воздуха, и я могу подниматься вверх. Но нет. Погоди-ка секунду, а как же я тогда... Секунду, я не понял, ребят. Слушайте, давайте-ка зайдем с вами сюда. Подозрительно все это. Так, ну-ка. Я в яме? Да, верно. Расстояние слишком велико, мне ни за что не допрыгнуть. Это напомнило мне одну историю. Давным-давно воины из клана Белок придумали способ парить высоко в небе, соприкасаясь со свободой, о какой они и мечтать-то не могли. Многие люди ошибочно принимали их за богов. Невероятно. Да, впрочем, неважно. Вот тебе Wingsuit. Я получаю Wingsuit, ребята. Находясь в воздухе, нажми и удерживаю А, чтобы начать планировать. Проходи над гейзерами, чтобы двигаться вперед. Вот, в принципе, мне это и нужно было. Так, улучшить я, наверное, ничего не смогу. Нет, по-моему, смогу, ребята. Так, атака с Винсюнга. Нажми X во время перемещения. Понял. Понял. Все легко и просто. Пошли отсюда. Зажимаем. Во! Круто. Так, и что, если мы вот так вот... Круто, ребята. Мы можем с вами планировать. Так, это у нас подбивается. Так-так-так-так. Тихонько. Опасно просто спешить. Как говорится, вперед, батьки, в пекло лезть. Ладушки. Здесь мы подняли здоровье. Скелет, успокойся, пожалуйста. Как ты ускоряешься-то? Так, планируем, ребят. Я не знаю, сюда... А, странно, я думал, здесь какой-то проходик. Но нет. Нету тут никакого проходика. Ну что ты делаешь, а? Что ты... Оу, ребят, платформа-то... Платформа, оказывается, у нас падает. Я как-то это не углядел в момент. Давай, хорошо, успокойся. Так, здоровье подобрали. Магию подобрали. Все, пока у нас под контролем. Так, тихо, мышь летающая. Давайте ее здесь подловим. Отлично. Так, а теперь нужно аккуратненько, ребята, нам спланировать вниз. Вот так вот. Естественно, здесь поднимаемся, убиваем пахтуна и... Оу! Вот это подкол. Сталактит это у нас, ребята, наносит. Вы видели сейчас, что было? Смотрите, я вам продемонстрирую. Аккуратненько сделаем. Шипы. Слушайте, а вот это случайно здесь не проход потайной, а? Мне почему-то напоминает, что как будто здесь какой-то есть проходик. Но это можно проверить только одним способом, ребят. А, минус. А, их закончилась магия. Да, ребята, это пробивается. И, кстати, вы не заметили, что здесь... Воу-воу-воу-воу. Есть, я пробил, ребята, проход. Надо теперь мне как-то туда попасть. А вот как? Да что ж ты будешь делать? Во, мы сюда... Наверняка потайная как... какая-нибудь комната. Это ж как мне туда попасть-то? Планировать мне здесь надо. Вы что, серьезно, что ли? Ну, давай, блин, я даже не знаю, как тут предполагать, ребята. Как тут можно все это дело спланировать? Летим, например, да, летим. Вот честно вам скажу, ребята, я даже не знаю, как это сделать. Ага, это если только вот когда у нас вот эти расходятся между звездочками прилетать. Блин, у нас там сохранение, хрен знает, где находится, ребят. Ладно, не буду я пока рисковать, мне не... Оу, тихо. Черт, тут надо все очень быстро сделать. Очень быстро сделать надо все это. Короче, будем сейчас с вами так делать. Погнали. Ох, хорошо, что я, ребята, был в моргунчике. Я бы мог сейчас просто погибнуть, упав на эти шипы. Так, аккуратненько, аккуратнейшим образом. Да что ж такое там? Слушайте, я какой-то путь, по-моему, выбрал не совсем правильный, да? Или наоборот правильный? По-моему, правильный. Ну, там можно было набрать целую кучу, ребята, сфер. Чё-то мне, честно говоря, неохота.
Это там придется летать, планировать, ребят. Опасно. Опасно. Големы, смотрите, какие-то у нас тут появились. Так. И как же мне с вами... А, ну они также, ребята, на ударчик. Сохранение, отлично. Продвигаемся дальше. Так, голем, тихо, успокойся. Смотри, он бросает свою... Оу, свою фигню. Но он на один удар. Слушайте, ребята, а вот здесь же... А, там, смотрите-ка, стены. Я вижу просто там вода, думал, что какая-то секретная комнатка есть. Возможно, она и есть секретная комната, но нужно там открыть эти двери. Так, голем готов. Не забываем про эти сталактиты, они у нас, ребята, да, падают нам прям на голову. Да сколько же их тут? Три штуки. Каждый из них бросает эту вот ересь. Хе-хе! Справился, сосунище. Так, дайте-ка, ребят, я вот этот вот фонарик разобью. Магия. Жалко, у нас, конечно, всего лишь три сюрика. Этого недостаточно. Так, ну-ка иди сюда. Иди сюда, я тебе сказал. Готов. А есть ли смысл? Да, в принципе, как бы и нету. Перепрыгивать-то мне туда, да? Давайте вот сюда прыгнем. Опять. Что у нас тут такое? Опять големы. Ладно, хорошо. Они хотят, чтобы я здесь сейчас бежал, да? Сломя голову, как очумелый. Ух. Уничтожаем все это. Так, ой, погоди-ка. Здесь надо не так делать, ребята. Здесь надо немножечко по-другому. Здесь надо вот так вот делать. Так, погоди секунду. Оу, фак. Погоди-ка, а как же мне тут надо сделать? Так, секунду, ребят. Предположим, да, я буду бежать за ней. Потом я запрыгну. Так, мне надо посмотреть, куда до конца этот звездочка вот эта двигается или нет. До конца. И как же вы мне... Скажите на милость. Вот это меня только и спасло, ребят. Как раз, что ты вот моргаешь, в этот момент у тебя есть доля секунды неуязвимости. Естественно, за счет этого я только и прошел. А так бы меня эта звездочка, наверное, сразу бы прибила. Фух. Вот, не было, как говорится, печали, ребята, а придется планировать теперь. Ух, отлично. Главное не переборщить, да? Так. Ах, какая красота, ребят. Как папка пролетел. Ладно, что нам дальше? Давайте сюда спустимся вниз. Здесь все это подберем дело и перепрыгиваем. Спокойно, не... Да, у нас проход как раз туда идет. Поэтому вот их уничтожаем, фонарик подбиваем и идем сюда. Ух! Слушайте, а где же босс? Босса давно не было, ребят. Это вот интересно, до сих пор как бы идет к бамбуковой роще относится. Просто как бы в грот с вами попали. Или это уже совсем другая локация? Нет, ну это другая, мы уже где-то в подземелье. Но почему-то босса не было, меня это немножко смутило. Ага, значит вот так вот здесь. Хорошо, мы сделаем сейчас по-другому. Мы, ребят, с вами попробуем... Ой, не то нажал, надо же на Ю нажимать. Блин, да чтоб тебя. Готов. Я смогу же перепрыгнуть? Фу. Опачки, а тут-то как? Так. Иди отсюда, скелет. Ох, ребята. У-ху-ху-ху-ху. Я прям дельтаплан какой-то. Есть. Дальше двигаемся. Отлично. Отлично. Голем, успокойся, пожалуйста. Двигаемся дальше. Так, что у нас? 214, ребята, сфер. Я думаю, что... Хотя вряд ли у нас хватит здесь на какое-нибудь прапывание. Давайте посмотрим, можем мы что-нибудь улучшить себе. Можем вот это, по-моему, да, сделать? Это у нас медитация. Отныне контрольные точки будут восстанавливать до 5 ОЗ и восполнять запас зарядов ЦИ. Но это нужно 550 сфер. Офигеть. Хорошо. Что у нас по чату скажут? Так, текущая локация. Добро пожаловать в Воющий Грот. А люди здесь есть? Когда-то давным-давно тут жили пещерные существа. Они строили всевозможные здания из изумруда, жилы которого пронзают эти камни, и верили, что ветер — это дыхание бога. Есть что-то, о чем мне следует знать? Да нет, разве что о том, что сейчас самое время взлететь. Хм... Ну, помнишь Wingsuit, который я тебе дал?
Да. Прости, недостаточно контекстуальных данных. Я хотел, чтобы мои слова имели смысл, независимо от того, доводилось ли тебе уже использовать wingsuit в аэродинамических трубах. Что-то ты темнишь. Да что с тобой, я дал тебе то, что в буквальном смысле позволяет тебе летать, а ты предпочитаешь торчать здесь и чесать языком? Нет, конечно же. Есть что рассказать? А, есть что рассказать? Может, тебе есть что рассказать? Ну, конечно, вот тебе одна история. Жил-был король, которому было очень непросто управлять своими эмоциями. Он вечно бросался в крайности. Всегда был либо слишком восторжен, либо слишком подавлен, и потому ничего не мог довести до конца. Он уже почти потерял надежду разобраться в своей жизни и стать для своего народа достойным правителем. Как тут к нему явился странствующий охотник за реликвиями. Чтобы избавить короля от его беды, охотник за реликвиями подарил ему волшебное кольцо, пообещав, что в моменты радости оно будет делать его печальным, а в моменты грусти радовать. Кольцо стало для короля талисманом, и в результате королевство достигло процветания. Когда король скончался, придворный колдун поспешил присвоить кольцо, чтобы наконец попытаться понять, в чем был источник его силы. И оказалось, что в кольце не было ни капли волшебства. Но как кольцо, не таившее в себе магии, могло делать радостного человека печальным, а печального радостным? Предположение есть? Да не то чтобы. На нем была надпись «И это пройдет». Ого, глубоко. Это не просто глубоко. Я только что избавил тебя от беспокойства посредством сказки. Спасибо, лавочник. Эй, полегче. Слушай, а мне нравится, как этот лавочник рассказывает всякие такие истории. Довольно мудрые, если вот прислушаться и вникнуть. Довольно-довольно мудрые ребята. Ну что же, мы с вами идем дальше. Так, у нас здесь, ух, оу! Хорошо, что ребята рядом сохранение. Вот это да. Подсказка, избегай колев. Ну это понятное дело. Ладно, я, ребят, вот здесь вот аккуратнейшим образом. Подожди, вот так вот мы с вами. Да чтоб тебя. Надо лететь, надо лететь. Очень аккуратно. И в то же время очень быстро. Тихо ты. Сталактиты нам не нужны здесь. Ах, я же думаю, что там журчит. А это там колдун у нас опять. Ладно, фиг с ним. Не будем с ним ввязываться в драку. Так, тут-то что у нас еще? Не было печали, да, как говорится? Начали платформы с преградами. В принципе, здесь все легко и просто. Так, сталактит, иди отсюда. Продвигаемся дальше. Оу, платформа, ребята. Платформа, двигающаяся с шипами. Это плохо. Мы, в принципе, можем это с вами дело обойти. Можем? Можем. Нет, не можем, ребят, это стенка. Ё-моё, я ее сразу-то не разглядел. Давай так сделаем. Хоп-хоп. Отличненько, все. Так, продвигаемся дальше. Да чтоб тебя, эти големы на самом деле напряжные. Хоть и ложовые, всего лишь на один удар. Так, подбили здесь, подбили, все, перепрыгиваем. Оу. Отлично. Так, сохранение. Ну что ж, давайте подберем это. Оу, тихо-тихо-тихо. Конечно же, ребят. Есть. Так, давайте вот это подобьем здесь тоже. Вообще шикарненько, ребята. Тюф, минус. Так, я не знаю, ну давайте вот так вот пропланируем. Ё-моё, я же забыл, да, что они восстанавливаются постоянно. Об этом не стоит никогда забывать. Так, подобрал лекарство. Ну-ка, черепашка готова, скелетик готов. И мы с вами, в принципе, ребята, в уцели. Вот уже и проход в другую локацию. Здесь нужно лететь. Здесь никаких подвохов не будет. Там с шипами наверху или еще чем-то в этом роде. Ведь могут легко сделать такое. Так, мы же до сих пор... Погоди-ка, а как мне интересно вот здесь вот сделать? Очень... Слушайте, очень интересно. Ладно, мне вот этого придется хмыреныша, наверное, подбить. Что-то я как-то не достаю до него. Все, предположим, я его подбил. Так, тут минус. Ага, вот у нас потайная, типа, комнатка. Ого-ка. Так, мышь летучая, вали отсюда. Ладно, здесь мы с вами сделали. Поехали сюда. Вон сколько сфер здесь крутится. Все мое.
Ой, елки-палки, да что ж такое-то, все время забываю, ребят, что не респавнится постоянно. Да когда ж босс-то уже будет, ё-моё. Жду, не дождусь, когда будет у нас босс. Хочется с боссом каким-нибудь подраться, если честно. Они здесь довольно милые. Так. А вот, думаю, последний босс будет не совсем милый, который там, помните, в самом начале игры был демон такой, который, типа, какому-то там чувачку приказал со мной разобраться. Так. Портал. А есть ли смысл? Я не знаю, ребят, посмотрим. Ну, по-моему, не хватит у меня сфер. Ну, тем не менее, давайте посмотрим. Может быть, что-нибудь... Нет. Ничего не можем мы с вами улучшить. Хотя, постойте, вот это вот. Приготовленный разум. Заряды ЦИ плюс один. Сюрикен пронзает одну цель. Понятно. Ясно. Ну, камень силы все-таки один, ребята, мы с вами пропустили. Опа! И... Что это? Оу, это голем, ребята, гигантский голем. Вы посмотрите. И у него, я так понимаю, сердце в середине, которое нам нужно будет бить. Ой, ой-ой-ой. Так, понял. Тихо. Ох ты. Тихо, сейчас ударит, наверное. Ага. Да что ж ты. Так, я ему подбил, ребята. А что дальше-то делать? Ага, понял. Нужно парировать. Парируем. Подожди, так что делать-то надо? Смотри, 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 что делает, а? Раздавил, ребят. Слушайте, подождите секунду. Немножко нажав клавишу. Да это понятно, что нажав клавишу прыжок, я могу это делать. Я немножко тактику не понял. Так, ребята, скажу вам сразу, что у этого босса не одна фаза. У него очень много фаз. Поэтому давайте первую фазу попробуем по-быстренькому пробежать, потом вторая фаза будет и третья. Все это вы у меня увидите, я надеюсь. Сколько раз уже мы с вами переигрываем этот уровень. Я уже сбился со счета, ребята. Так, хорошо. Давай все это по-быстренькому сделаем. Атака, 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 атака. Сматываемся отсюда. Хоп. Оу, успел? Успел я, ребята. Так. Давайте, видите вот эта вот голова, которая у него во рту? Это, ребята, голова потом будет в третьей фазе. Мы с ней еще будем драться. Оу. Да что ж ты? Так, давай с этой стороны, ребята. Нам нужно как можно больше хп себе оставить. Оно нам понадобится. Так, перепрыгиваем. О, черт! Все время, ребята, забываю, что он... Ёпарс, это я сбился я. Ну как же так, а? Опять у нас очень мало здоровья, ребят. Опять у нас очень мало здоровья. Так. Началось. О, все, по-моему, здесь, ребята, не получится у меня. Хотя, кто знает, получится или не получится. Может быть, все у нас получится. Но одно здоровье. Этого, конечно, очень и очень мало. Все, смотрите, ребята, я его подбил. Сейчас мы будем с вами драться с летающей, как сказать, даже головой, которая вот сейчас только что была. Нужно здесь парировать и в то же время атаковать. И не попадаться, ребят. Желательно не попадаться. Так. Да что ж ты будешь делать-то? Попал. Во-во-во-во, тихо. Он так и хочет меня, ребят, подбить. Что он там заморгал? Сейчас, наверное, что-то будет делать. Чувствую такое, что что-то сейчас... Тихо. Только не надо там разлетаться на каким-то шарике маленький. Фу-ху-ху-ху. Есть! Да неужели, ребята? Оу. Ну что же, прошли. Так. Это я типа должен поблагодарить тебя за уничтожение моего голема. Хм.
Ну, ты первым напал на меня? Да что ты такое говоришь? Я уже много веков рою ходы в этих пещерах. А бой завязался и вовсе случайно. Это не так. Так, не так. А знаешь, это логично. Пожалуй, увидеть во мне угрозу было очень легко. Полагаю, мой инстинкт самосохранения сработал как-то слишком быстро. Да, я понимаю, все нормально. Слушай, мне жаль, что твой голем пострадал, слышишь? Не беспокойся. Нет, мне и вправду жаль. Все хорошо, это и вправду была ошибка. Ну и как же мне выбраться отсюда? О, я настрою под тебя ветер. Удачи тебе в твоей миссии. Воу, ребята, смотрите-ка, а. Все нам попадают, все помогают боссы, которых мы потом рано или поздно с вами побеждаем. Все почему-то потом за нас. Так, что нам тут показывают? Такой радостный. И в то же время грустный. Ну правильно, ребята, он лишился своего голема. Иглогрибная топь. Странно, что это у нас? Сохранение. Так. Ну, давайте, ребята, с вами как можно быстрее найдем Оу! Вот вы, значит, что делаете, поганки несчастные. Найдем как можно быстрее с вами сохранение. Сохранимся и будем, пожалуй... Опачки, да-да-да. Минус. Слушай, ребята, а в Ниндзя Гайден тоже такой был уровень с песками. Я его точно помню. Был-был там такой. Так. Их подожди, оу! Так, что-то мне не нравится. Вот эти... Зашибись! Вот этот гриб вообще опасный, потому что у него очень много дротиков летит. И они неконтролируемые. Так. На! Получил свое? Стрелок шишерский. Мне нужен, ребята, сохранение. Опа, а как, интересно, я здесь должен... А, ну здесь парировать надо. Опасно, ребята, опасно туда. Нет, ну конечно, хардкорчики обязательно, ребята, это выполнят. Но я просто рискую. Рискую, я не настолько хорошо тут летаю, чтобы пойти и пройти. Так, давай. А вот, ребята, у нас и сохранение. Замечательно. Ну, что ж, дорогие мои друзья, давайте мы с вами на этом будем завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Если да, то лайк. И мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.